Зверев Сергей Алексеевич, герой социалистического труда, дата рождения 5.10.1912 года, место рождения – деревня Сафронково, ныне Демянского района Новгородской области, должность и звание – министр оборонной промышленности СССР, награды – Ленинская премия, Государственная премия СССР, награжден 6 орденами Ленина, орденом Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды, знак почета, медалью за трудовую доблесть. Краткая биография. Из семьи крестьянина. После окончания школы с 1930 года трудился рабочим оптиком на государственном оптико-механическом заводе в Ленинграде. Одновременно учился и в 1936 году окончил Ленинградский институт точной механики и оптики. В 1936 году работал инженером-конструктором Государственного оптического института. В том же году переведен инженером-конструктором на завод номер 350. Затем стал главным технологом этого завода. С 1940 года работал главным инженером заводов номер 237 и номер 297 Народного комиссариата вооружения СССР. В годы Великой Отечественной войны проявил большие заслуги в деле оснащения Красной Армии точными оптическими приборами и прицелами. С октября 1944 года главный инженер заводов завода номер 393 в городе Красногорске Московской области, член ВКП с 1942 года. С 1947 года работал в Министерстве вооружения СССР. Главный инженер, заместитель начальника 2-го главного управления министерства, начальник 8-го главного управления, заместитель министра. В эти годы сформировался как крупный руководитель промышленности и дальновидный государственный деятель. С декабря 1957 года заместитель председателя Государственного комитета при Совете министров СССР по оборонной технике. С 13 марта 1963 года по 2 марта 1965 года председатель Государственного комитета СССР по оборонной технике, министр СССР. Наряду с оснащением вооруженных сил новейшими вооружениями комитет под его руководством также отвечал за создание твердотопливного ракетного вооружения и космических систем. Со 2 марта 1965 года до последнего дня жизни министр оборонной промышленности СССР. Это было одно из крупнейших промышленных министерств в СССР. Министр Зверев отличался твердостью и принципиальностью при решении важнейших государственных задач, в то же время будучи неизменно корректным и уважительным по отношению к подчиненным, скончался 17 декабря 1978 года в городе Героя Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Его имя присвоено Красногорскому механическому заводу Московской области, Санкт-Петербургскому физико-механическому инженерному колледжу.